У меня 20 лет водительского стажа, ни одной аварии нет. Я ехала по своей полосе, стала поворачивать. Еще не стала поворачивать, включила заблаговременно поворот. Я, конечно, очень сожалею об этом, хотя я не считаю, что виновата. Очень жалко людей, которые пострадали. Она поворачивала, ударила меня, выпихнула сюда. Я видел, что она поворот включила. Я по своей полосе ехал по общественному транспорту. Она не видела, говорит, поначалу, не заметила она. Думала, я далеко. То есть не уступила дорогу? Да, не уступила.